принять законы для защиты детей в интернете. Использование искусственного интеллекта для того, чтобы защищать нас от его опасной стороны. И также тех, кого мы отправляем в зону опасности, мы должны предоставить им все необходимое, а также позаботиться о них, когда они возвращаются домой. Вот почему я подписал закон, пакт, один из самых значительных законов, которые помогают миллионам ветеранов, пострадавших от воздействия токсинов и страдающих от раковых заболеваний. Многие из них не вернулись домой. Мы же обязаны поддерживать вернувшихся и их семьи, а также семьи не вернувшихся. Мы должны также инвестировать в исследования в области здравоохранения, потому что мы способны на великие дела. Например, как на то, чтобы найти лекарство от рака. Позвольте завершить следующими словами. Я знаю, что вы мне... Линдзи, я знаю, что вам это не нравится, но мне нужно сказать еще несколько слов. Я знаю, что я выгляжу очень молодо, но я человек уже не самый молодой. Так вот, в моем возрасте многие вещи начинаешь видеть четко и ясно. Я знаю американскую историю, и я вижу битву между силами за душу нашей страны, между теми, кто хочет стащить нас назад, и теми, кто открывает путь вперед. Вся моя жизнь научила меня принимать свободу и демократию. Будущее, основанное на основных ценностях, которые определяют Америку. Честность, порядочность, достоинство и равенство. Уважение каждому. Каждый должен получать справедливый шанс. И мы не должны давать ненависти безопасной гавани. Некоторые люди моего возраста видят несколько иную историю. Американскую историю обиды, мести и возмездия. Но это не я. Я родился во время Второй мировой войны, когда Америка выступала за свободу в мире. Вырос в Скрантоне, штат Пенсильвания, и потом в Клеймонте, штат Делавера, среди рабочих, трудящихся семей. Я наблюдал с ужасом, как два моих героя, доктор Кинг и Бобби Кеннеди, погибли. Однако их наследие продолжало меня вдохновлять. Меня избрали. Вы знаете, что я стал членом администрации Грасса практически случайно, а потом баллотировался в Сенат в 29 лет, потом стал вице-президентом, потом вице-президентом в администрации нашего первого президента афроамериканца. За свою карьеру я слышал, что я слишком молод. Теперь говорят, что я слишком стар. Стар или молодой, я всегда помнил одно. И я всегда знал, что главное. Я знал нашу северную звезду. Идея Америки, где мы все созданы равными. Мы должны так относиться друг к другу в течение наших жизней. Мы полностью не реализовали эту идею, но мы никогда не отворачивались от нее, и я не отвернусь от нее сейчас. Друзья, я оптимист. Друзья американцы, проблемы, перед которыми оказалась наша нация, не в том, старые мы или нет. Дело в том, старые или молодые наши идеи, некоторые ненавидят, добиваются реванша.
Но Америка, ее идеи никогда не позволят нам идти назад. Нам необходимо видение будущего. Мы должны понимать, что можно и что следует сделать. Сегодня вы выслушали мою точку зрения. Я вижу будущее, в котором мы защищаем демократию, не уменьшая ее. Я вижу, что мы сохраним право защищать наши свободы, и мы не позволим отнимать их у нас. Я вижу будущее, в котором средний класс наконец-то узнает, что такое справедливость. И те, кто должен платить налоги, будут их платить в справедливой мере. Я вижу будущее, когда наша планета преодолеет проблемы кризиса климата и проблемы насилия из-за использования оружия. Но главное, я вижу будущее для всех американцев. Я вижу страну для всех американцев. Я всегда буду президентом для всех вас, для всех американцев. Я верю в Америку, я верю в вас, в американский народ. Вы причина, по которой мы чувствуем огромный оптимизм. Я еще никогда такого оптимизма не чувствовал. Давайте построим будущее сообща. Мы помним, кто мы. Мы Соединенные Штаты Америки. Нам подвластно абсолютно все. Абсолютно все, если мы вместе. Бог благослови всех вас. Бог защити наши войска. Спасибо.